сценическую карьеру Григорий Мерлинский начал в пролеткульте. Об этом времени вспоминал Исидор Шток в книге «Премьера. М. Советский писатель. 1975». В 1932 году молодой актер Григорий Мерлинский окончил театральную школу при театре им. Вахтангова и сразу был принят в труппу этого театра, где работал до 1968 года. Театральная энциклопедия, том 3, говорит о нем. Остро характерный актер, мастер небольших эпизодических ролей,